Книга «Открытым оком», 8 том, тема «Монашество», вопрос 2004. Каким образом могли добиться монахи такого доверия к себе? Любое их слово принималось как истина в последней инстанции. Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Это никому бы из них не удалось, если бы был установлен авторитет Библии. Так что тут очень уж прозрачно, хотели они этого или нет. Они затмили весь белый свет, закрыли Бога и Его святое Слово. Так что к ним и доверие было, и авторитет их был намного выше, чем авторитет Библии, самого Господа Бога. Они были как бы наивысшей, высшей категории контактеры, и без них никто не мог достучаться до Бога, без них ни родить, ни помереть. И их боялись, как колдуна на сельской свадьбе. Чуть что не так, он заколдует, накажет. Своими родными даже не дорожили и ни во что их не ставили, лишь бы к этим святым удрать из дому и там припасть к их ногам и облобызать им ноги, и потом их мощи. Под видом неслыханного смирения рабов у последних рабов было установлено отрихтованное на века раболепство всех, кто бы к ним ни прислонился. Ни о каком равном братском отношении речи нет, но преклонение раз и навсегда. Поэтому стоило того, чтобы так святые противились Библии, противились всему, что могло разоблачить их, и поставить их не на первое, а на 101 место. Это они интуитивно чувствовали, как и сегодняшние попы и архиереи исторических церквей. Когда ведут не прямо к Богу по Библии, тогда каждый такой, как вещун, становится самым маленьким башком, идолом, что противоречит смыслу жизни. Послушание – вот главная платформа. Умели и сами слушаться, и потом уже гнули, под устав или под свои прихоти, как учитель у Иоанна Дамаскина. Так это нам история сохранила только порошинки этой тоталитарности. Если бы поступающие в иноки знали хорошо Библию, то они бы уже в первом поколении прервали эту преемственность противящихся истинному слову Иеговы, говоря своим наставникам великим. Деяния апостолов, 4 глава, 19 стих. «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Но вера у учеников этим учителям была намного выше, чем вера в Бога. Иулиан, 18 октября, кавычки открыты. Дошедший к ночи до одного селения, он остановился на отдых в доме одной благочестивой женщины, имевшей 7-летнего сына. В то время, когда святой вечерял, сын ее, вышедший незаметно из-за трапезы, упал в колодец. Благочестивая женщина, узнав об этом, не высказывала никакого смущения и, приказав закрыть колодец, продолжала служить святому. Так велика была ее вера, что в присутствии молитвенника, известного уже даром чудотворений, не могло произойти несчастье в ее доме. И Господь совершил по вере ее. Когда перед вкушением пищи святой спросил об отроке, хозяйка дома отвечала: «Какая-то болезнь напала на него, и он лежит». Святой стал требовать, чтобы отрок вышел к нему и получил благословение. Тогда хозяйка принуждена была рассказать о случившемся несчастье. Святой тотчас же вышел и, сняв покрышку с колодца, увидел отрока, носимого водою, совершенно здоровым, и, подав ему руку, вытащил его из колодца. Кавычки закрыты. Враги бывают разные по виду. Духовные, плотские, мелюзга, насмешники, творящие обиду, серьезные и шелуха лузга. Они нас давят или партизанят, с соседом вкупе и с женой постылой. Прими как данность Божие наказание, не устрашись, не покажи им тыла. Сегодня все духовные вожди, священники, епископы нас учат. Врагов Отечества плени, убей, сожги. Трясутся бороды в истерике падучей. Своих врагов прости, так, между прочим, а вот врагов Отечества ни-ни. Об этом денно-ночно нам лопочут, готовят панихиды до войны.
Им государство идол, вил, вал, отечество земное, клад бесценный. Им безразлично, что Христос сказал. Важней Суворов, Жуков, Сталин, Ленин. Столетиями имперский дух наживы, в бездушной гордости у родины земной, с ее победами хвалились, будто живы, братаются с грехом и с сатаной. Клялись быть верными отечеству земному, за веру, за царя готовы умереть, и приготовили престол тому, иному, поименованному, как антихрист, зверь. Терпение везде, но только бы не здесь. И вдруг смиряется под знаком ИНН. Еще шажок смирения, и воцарится лесть. А государство с подданными под шестеркой в плен. Врагов невидимых в чаду, в дыму кадильном. Не видели, не знали, проморгали. Где слово Божие, там храм есть дом родильный. А где патриотизм земной, там бес с рогами. Игнатий Лапкин, 12-е. Августа 2003 года.